Да что значит назад? Ну, камон, ну я же это, не поел еще. Можно я что-нибудь сделаю, ну, ПЖ? Можно я книгу почитаю, ПЖ? Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Где? Прости, что напугал. Я разыгрывал. Где мой вишневый сок? Скажи мне, ПЖ. Я работаю на ГО для прикрытия. Где сок? Надо скажи, ПЖ. Ну, камон, ну я не буду я тут целый час стоять. Я... Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман. Как неожиданно. Погоди-ка. А что у меня с поле зрением? Я, кажись... А, у меня... Ёпарасоте. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс Данного Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, побыстрее, думает... можно, Пазе? Я тут это... Мне вообще-то есть пора, а вы мне это... подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться... Что значит поставь в кучу? Я уже не так все понял. Ай-я, блин. Так, все это нафиг не нужно, блин! Ты! Ну и нас, ведь он не кинул! У меня... Это у меня вылетело, да? А, нет. Нет, не вылетело, блин, застряла. А, так. Подними эту банку. Что значит подними эту банку? Я не так понял. Спасибо. Ай! Эй, я вообще-то прохожу. Я вообще-то могу идти. Альянс подавляет наш цикл размножения. Молчите, ПЖ, дайте-ка мне это. А, не до спидран сделаю. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее. А-а-а, как мне ускориться, так что ли? Да нет, вряд ли. Ай, блин! А, моя нога! Куда я застрел? Так. Пробуйте, ПЖ. Так, все, спасибо. Неудобно тут, конечно, идти, но ладно, что поделать. Так, пропустите, пожалуйста. Пропустите, я говорю. Уважаемый доктор Грин, почему Альянс стоит в размножении? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо, а я пошел. А-а-а, трындец, всё, они не спалят. Замечено отклонение численности. Сотрудники со спецотрядом ГО... Иду я, иду! Вы это пропустите, блин, что же я такой тугой-то? Я ж вроде не толстел ни черта, они уже это... самое... Ой, блин, за мной! Давай сюда, быстро! Иду я! А, трындец, зачем я вообще туда лазю? Хоть бы мог не лазить вообще. Так, я в это выкинул. Ай, блин! Хватит. А, трындец, ой. Ой, блин. Страшно. Ой, так, они за мной, да? Не трындец. Ай-яй-яй. Вот, смотрите. Так, нет. Все, наконец-то я могу уже уйти. Выпить отсюда. Блин! Я не буду. Ой. Нет. Прошу выпустить меня. Блин, что за... Полагаю, ты Фриман? Я не Фриман, я... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Погоди, ты специально это... Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты.
Тогда почему они мне не дали? Скажи мне, Боже. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Месе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Что за глупый вопрос? Мико, скажи честно, почему ты... Мико, скажи честно, почему ты мне... Почему ты сказала, что ты Алекс? Скажи мне, Боже. Помнишь его по Черной Месе? Старого администратора? Только не упоминай имя доктора Брина при отце. Я никого не упоминал. Побыстрее можно? А то мне это через час... Ой, трындец, есть пора.